В Могилевской области проходит республиканская декада «Держтехогляд» – специальная мобильная группа сочит за техническим станом автомобилей. И по статистике, как утверждают специалисты, каждый пятый без своечасового техогляда. Специальная группа с представников ДАИ, Белтехогляду и транспортной инспекции сегодня дежурит на улице Симонова. Спыняют транспорт и проверяют документы. Наявность своечасового техогляда – речь головная. Проверки проводят регулярно, и навод первые месяцы этого года уже принесли певные выники. В прошлом году было выявлено за 3 месяца 19 фактов допуска к участию в дорожном движении без техосмотра, с неисправностями 19 должностных лиц, то на сегодняшний день уже 45 привлечено. И на сумму 32 миллиона белорусских рублей. Так званый транспортный налог и гроши за саму процедуру часом и провокуют рост таких порушений. Специалисты закликают все ж таки не экономить. По-перше, штрафы никто не отменял, плюс безпека. Участие в дорожном движении неисправного транспортного средства несет потенциальную угрозу жизни и здоровью наших граждан. Поэтому при проведении гостехосмотра на диагностических станциях все эти моменты очень внимательно отслеживаются, проверяются, дается время на устранение недостатков. По статистике, на сегодняшний день без прохождения государственного технического осмотра ездит каждый пятый автовладелец. Причиной спынения этого автомобиля стал причеп. Детальный огляд показал, своечасовый ТА отсутнейшее. Зараз придется заплатить. Для информации, штраф за керование от 1 до 3 базовых, коли повторно на протягу года от 2 до 5. За допуск от 4 до 6. А коли перевозки связаны с умовами лицензования, до 200 на ИП, до 500 на юрособу. 8 фактов. Допуск к участию в дорожном движении с неисправностями, при которых запрещается их эксплуатация. Из этих фактов 2 факта выявлено переоборудование транспортных средств. Перевозчики самостоятельно устанавливают дополнительные сиденья в салонах своих автобусов для перевозки людей. Акрамя гэтага, увага не только на термины, але и на сапраўднасць самих документов. Прыклады уже есть. У минулом годе выпадок техогляда с криминальным оттенем. Появились дельцы, которые за определенную плату проставляют поддельные штампы нашим гражданам. И такие автомобили также участвуют в нашем дорожном движении. В прошлую декаду, которая проводилась в ноябре месяце, такой факт был установлен. Автовладелец был привлечен к уголовной ответственности. Подобные массовые проверки протягнутся еще до 25 сакавика. По всей области рейдовые группы будут проводить контроль на дорогах в области и сочить за техничным станом.